Здравствуйте, сегодня 24 декабря 2021 года. Стою на смотровой площадке над детским парком. Морозно. 10 или даже 15 градусов мороза. Решил снять небольшой ролик. Это почтовый переулок. Это здание бывшего кинотеатра «Победа», «Поклонный крест». За этим зданием, оно сейчас реставрируется, улица Ленина. Там Пролетарская гора. Виден мужской монастырь Свято-Успенский. И немножко видна замерзшая река Ока. За Окой набережная Дубровинского, монумент в честь 400-летия основания Орла, стрелка так называемая. Ближе к нам Орлика за стрелкой Ока, в этом месте они сливаются. Виден этот кран подъемный, а за ним здание бывшего трансагентства. В советское время там было трансагентство. А еще за краном, вот правее, фабрика «Радуга», бывшее здание такое. Здание бывшей фабрики «Радуга». Это Богоявленский собор. Там подвесной мост. В общем, такая видимость отсюда. Виден фонтан Кони. Немножко переместился, там снеговики или гномы на самокатах. Интересная такая, такой арт-объект. А это эстрада, амфитеатр. Наверное, будут здесь какие-то торжества отмечаться, новогодние выступления. Но снег еще не расчищен на порожках. Наверное, в ближайшие дни ничего не планируется. А там не знаю. Вот такой ролик. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла.